смотря на ваш проект, я думаю, какие же здоровские вещи умеют делать дети. Какие классные идеи им приходят в головы. Я знаю, что вы являетесь соавторами и, ну, авторами этого проекта. Расскажите мне, пожалуйста, про концепцию, что здесь представлено, что это значит, как это понимать? Здесь представлен парящий город и также со всеми частями города, которые вообще могут быть. То есть жилая зона, промышленная зона, река, различные конструкции. И это вышло довольно так ярко. Затяжно. Да. Ну, главная дорога через весь город. Хотели построить мост, через который проходит дорога. Так, здесь же у нас промышленная зона, да? Промышленная зона, здесь жилая зона, то есть различные дома, конструкции. Что хотели мы передать? Ну, сама идея парящего города нам очень понравилась, и что такое может быть не только в каких-нибудь кино и там вымышленных различных, но и мы захотели это сделать. Мы это сделали, конечно, очень долго, но... Расскажите мне, пожалуйста, как вообще проходил процесс, как зарождалась идея, как собирались единомышленники, и потом все вместе вы, возможно, собрались и сделали. Как это было? Расскажите. Ну, сначала идею предложили наши, ну, наставники, скажем так. Но потом мы все вместе решали, как будет лучше. И в итоге мы сделали один, ну, эскиз, как бы. И уже по нему мы подбирали какие-то материалы. И вот так создался наш парящий город. А, кстати, а что за материалы вот здесь использованы, мне интересно? Здесь разноцветный картон, пенополиуретан. И плитка такая там. Плитка? Ну, на стенке такие, я не знаю, как она называется. В основном мы крепили все с помощью иголок, потому что клей разъедает пенополиуретан. Мы уже попробовали. Несколько конструкций у нас из-за этого разрушились. Ну, это картон крепили на клей. И клей, иголки, пенополиуретан. Это все. Вот видите, как просто. Можно из иголок, плиток для стен и потолка и пенополиуретана создать город. Это потрясающе. Я как архитектор, можно сказать, почти, я потрясен. Скажите, я бы хотел услышать вот подробно про, скажем, про зону, вот про мост. Почему называется мост инноваций? Ну, потому что это мост необычный, и мы решили назвать его мост инноваций. Ну. А я вот слышал, там есть какой-то замок малинового коря. Это кто такой? Что за персонаж? Он какой-то играет в городе значение, или он просто обум придуман? Ну, просто появилась идея назвать так дом, и вот мы так назвали. Дорогие зрители, обратите внимание, ветер дует, и город, он перемещается в пространстве. Это тоже прям, это здорово. Ну, это парящий город. Собственно, верхняя часть – это сам город с промышленными зонами, с жилыми. Мост через весь город, не знаю, работает. И нижняя часть – это осколок земли. Друзья, спасибо вам большое за подробный рассказ о вашем городе, о вашем проекте. Мне очень понравилось, и я думаю, понравилось нашим зрителям.